Голова болит? Тошнит? Мэр Симпсон пообещал с удвоенной силой бороться с террористами. Бенджамине Уокере, называющем себя «Голосом свободы». Этот известный террорист проскользнул недавно через наши границы. Уокер из КРА. Люди пойдут за ним. Надо его вернуть. Сейчас вы скажете, где мне искать Бенджамина Уокера. Дана тебя обучит. Кричи так громко, как хочешь, окей? В этом деле она здесь лучшая. Главное, старайся ее не злить. Я Кроуфорд, коллаборационист, но я член сопротивления с первых дней его создания. Такой образ нам внушила КНА. Сотрудничество, чтобы восстановить Америку... Кроуфорд сообщил, в КНА знают про арсенал. Скоро атака. Устроим им засаду. Сейчас не время для слов, молитв или надежд. Сейчас время действовать. Это сапог, который врежет по заднице КНА. О, кажется, кто-то хочет демонстрацию. Вы напуганы, я понимаю. Я выставлю руку вот так. Корейцы зажали нас в угол. Я целюсь и... Давай, сукин сын! Вы ищете кого-нибудь, кто показал бы вам, что делать? Показал бы выход? Это сообщение для группы террористов, называющих себя сопротивлением. Вот шанс. Единственный шанс. Мне нравится Уокер. Но стоит ли рисковать из-за него? Ваша революция... КНА сильнее вас! Провалилась. Чтобы вырваться из ада, нам придется сражаться! Не подведи.